То есть они еще вот 8-8 рамок у него сидят. Ага. До сих пор. Сейчас немножечко. Возреет. Так, пчеловод у нас начинающий, поэтому сильно. Так это же хорошо. Чтобы не критиковать. А что критиковать? Все учимся. Для этого и приехали тоже. Диафрагму сразу вытянем. Рейки берешь, у нас решается. Все, мы вытянули. Здорово, Ксен. В природе вроде тепло, а зитка-то нет, вот так, как такого. Поэтому приходится все закрывать. Ну не то, что сильный напад, но интересует, так в легкую лазит. Угу. На весах я еще не смотрел, не подходил. Так с утра прям хорошо пчела шла, сейчас вот спокойно. Ну я как-то и говорил, 6-7. Все, вот, подцепил, да. Так. Он что-то не выкидывает, да? Это не выкидывает, трутни? Это трутни прилипли к тому корпусу. А, понятно. Эту зачищаю эту рамочку, брусочек. Вот эти улики у него, они тесные по размеру, ага. В отличие от моих. Ну, это как у меня вот они приходится вот сейчас вот посмотрим. Ну, выдернуть, да, посмотрим. Приходится вот подзачищать. В дальнейшем, конечно, к ерундой не будет. Знаешь что, подними-ка ее вот сюда, потому что ей как бы делать нечего. Да. Ну ты зачисти сначала брусочек. В одном диафрагме вот такой вот язык прикрепили. То есть сверху диафрагма, а внизу нее было. Ну матку. Тут нет, ставь к стенке. Сразу зачищаемся немножко. А вот которые у тебя семью взял, я тебе говорю, снизу на трех рамках они тоже с оптики отпустили. То есть вовремя я его. Нет, лучше, да, на перспективу несколько рамок давать. Ну, как мы с тобой говорили, 6 рамок я дал. Потому что простой, конечно, у них. Ставь его, тут нет ничего. Тут пергамент. Приходится вот в эту работу вот подзачищать, говорю, вот эти пергаменты. В дальнейшем он уже не будет этим заниматься, конечно. Ну, они уже нормально будут. Тихо-тихо, не дергай. Гнездо вверху, по-видимому. Ставь туда. Пергой сейчас забито. Не торопись, не торопись. Конечно, время отвлекает вот эту зачистку, да? Никуда не денешься, иначе потом будешь забивать молотком. Угу, вот расплод. И вот этот расплод нам наверх потом. А тут не пустает? Нет, я понимаю. Так. В дальнейшем для отводки он, когда созреет, это просто его поставь вот к этой стеночке, я его это переставим потом. Он угу. Четвертый. Ну, просто да, его, да. Все. Конечно, неплохо маточку сразу увидеть, да? Но она мне, скорее всего, наверху будет. Ну да, судя по тому, что гнездо будет. Здесь только хотя вот еще, вот если яйца есть. Ну-ка. А яйца есть. Тогда надо смотреть. Она мечная тут? А кто его знает? Вот она, ну-ка. Нет. Это темные пчелы, блин, это старые, еще в избытке. Так, там у нас 1, 2, 3, 5. Угу. Молодая уже пошла лупиться, но нет в таком количестве, чтобы вот прям рамку достаешь, и вся рамка пушистенькая, серенькая. Это еще где-то через неделю примерно. Угу.
раз. Это все равно лупится. Вот этот да, уже вот, вылупилось все. То есть пчелы-то уже много, по-любому молодой. Вот это рутинки. Это рутней навалом уже. Просто навалом. Еще разок переверни. Да нет, убирай. Нет, стенки. Так, теперь давай лопатим здесь. Убирай полоски. О, в тенечек. Это полоски с пихты вчера. Вот это? Это не трогай. Это. Вот это убираем. Полоски убери, да, чтобы повышать. Угу. Вчера пропитал, вчера угу. Он поставил. Уже это. Ну, вот, да вот рядышком, куда ты. Вот, кладь в тенечек. Ну вот, да. Слетят. Вот. Это мы пока не трогаем. А ты пихту, смотрю, сзаду кладешь, то есть не перед входом. Давай, листаем. Потому вот что видите, какие-то задача полоски. Да, задача матки найти. Это сейчас не было, как бы это делать нечего, но тем не менее надо посмотреть. Это я вчера вскрывал вот рамочку. Переворачивай. Прошлогодний мед. Опускай где-то, да? Ну, наверное, на теме вот как раз вот эти вот. Ну, четвертый, да, вот эти. Все правильно, да. Ну, тем не менее, надо полопатить. Сейчас вот там не нашли. Пришлось тупо всех пчел встряхнуть. Тоже медовые, да? Ну да, сейчас мы их. Сейчас мы их отсылаем. Да, тихо. Это перед работой. Пропускай. Сейчас мы ревизию сделаем. Должны начаться уже, да, что-то? По идее. Ну да, там вертикально будет. Да, и нахуй. Да-да-да. Уже стал. Это какой? Ну вот ряд его. 10 штук, вот 8 прошли, вот это 9. Понятно. С непривычки. Желание как? Нормально. Ничего. Пока нормально? Пергося забить, блин. Прям как ага, самая вкусная рамка. Медового пергового. Сам бы ел, да? Вот они, как и говорили. Три рамки будет, четыре. Переверни-ка. Эту рамку, ну, дай-ка я покажу, она нам пригодится для отводки. Все, вставляем. Что, вы отводки делаете? Ну, нет, ну мы оставляем. Третью, четвертую рамку здесь будет под это. То есть разделительный решетку сейчас вставляем. Дальше смотрим? Ну, да. Просто это расплод, он еще свежий, только-только его вот запечатали. Ну, он нам подходит. А это уже вылетает, по-моему. Ну, да. Он уже лучше. Уже вот они лупятся, да, грызут. Переворачиваем. Так, вниз. Нижний корпус. Тут будет, да. Думаю, я вроде сегодня висать на сезоне. Так, еще одна вот. Да, вот это. Переворачивай. Трусик. Что я скажу, пускай. Что, только что в тот раз? Ну, в трусик не придется, да. Проверяй. Сейчас я быстро пробегу, тут перепишу. Да. Пускай, я отвернул, развели. Так. Все, ну вот эту рамку держи, вот так вот. И можем смотреть так сам. Может, я пропустил. Ну, ты смотри. Так, это мне что дал? Ну, помнишь? Да. Давай сюда. Который? Ну, который только-только тоже. Для отводки он пойдет. Угу. А для отводки мы другую смотрели. А мне вот две рамки, вот я ее опустил, и вот это. Из двух я выберу одну. Угу. Иногда бывает. На лед забегает.
Вот она. Да, синяя метка. Уже хорошо. Вот так. Вот так. Вот этот узенький подзасев сюда. Там еще можно вот эту рамочку опустить, вот одну. Вот с расколом. Вот. И получается одну подзасев. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На, зачищай. А я сейчас себе рамочку подзасев добавлю. Все зачищаем? Нет, ну нет. Поджимай там все. Да, готов. Чтобы еще одну засунуть. Сейчас я. Так, вот чуть-чуть шукнем. Ну, в легкую сторону зайдет. Давай. Не-не-не, тут не войдет. Давай. Ага. Жму тут. С моей стороны еще вот. Давай, давай. Ты знаешь, Саша, вот, твои камы меня же так же запихивали. А я свои стал ставить. То есть, когда тебе поднял наверх, твои. Четыре штуки. И четыре свои, то есть свободно вошли. Ну они один раз, вот сейчас почистит он. Нет, я просто имею в виду, может быть, сама ширина планок. Нет, планки они у меня стандартные. Ну у тебя сколько? 37? У меня вот эти ульи 12 штук. Вот этот размер как положено. А у этих размер больше, чем надо. И получается, рамка постояла в том размере. Ну, то есть они там сделали вот нарост, видишь, он по 2 миллиметра даже сделали. 2 миллиметра на 11, на 10 на 11 удочек, вот тебе 2 сантиметра. А вот он сейчас один раз почистит, его рамки уже ко мне не пойдут, а он будет, ну, здесь будет гулять. И все, все будет нормально. Так, зелительный мешочек. А что, они у нас тут кончились? Да, ты мне сказал, что сейчас принесу. Ну что, как желание? Нормально. Нормально? Главное, чтобы было желание. Без желания это все херня. Ты кладешь на решетке или на фальце? На решетку, да? Чтобы не пролазить, понял? Да, смотри. Щелки нет, щелки. Все, пойдет. Ага, значит, это внутрь ты поставил. А с той стороны на фальце. Потому что вот в те ульи она провалится, они шире. Вот я хочу тебе говорить. Понятно. Все. Так, давай. Такой вопрос, Саш. Ты в нижнем корпусе всегда решеткой подпираешь ее, чтобы она не поднималась наверх. Не это самое, да? Не для этого. Для формирования отводков. Вот у меня вот сейчас третья, четвертая рамка. Через 8 дней будет зрелый печатный раскол. Так. Сейчас вот одну рамочку поставлю. Вот это, представляешь? Все, вот. Третий, вот где вторые корпуса, вот третья, четвертая рамка, и это вот. Поджимайся сюда, только хоть пару рамочек почисти. Давай. А этих остальных поджимай. Так. Значит, наступит время. Она. Нет, висит. Вот, она стоит на этом у тебя тоже, да? Ну, это за счет шорта. Да, вот, да, все, да. Нормально. Да, все. Давай, сюда, подчищай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, три рамочки. Так, это сюда к тебе, да? Ну, да. Ставишь уже светло, это подмет, как бы, чтобы они тащили сюда. Или без разницы, чтобы просто почистить. Ну да, потому что, ну, на перспективе тут пол меда дохренища, нечем будет заниматься. Мед можно убрать, конечно, но куда его сейчас? На склад тащить. Вот я вчера по рамке всем скрыл. Там будет время, еще буду скрывать. Ну да, там два дня будет на той неделе. Ну, да, дождей. Буду скрывать потихонечку. Только с тобой про рейки поговорил. Сосед мне штук 200 прям ноет. Ну вот так там лежат. Тоже. Ну, стоят. И что там? Ну, какие-то обрезки были. Так, сразу полоски. Ну да, пропустили. То есть, а эти две рамки ты на отводах возьмешь, и ты без ущерба для семьи? Одну даже? Из этих двух я выберу, какая лучше, потому что не угадаю. Сейчас
вроде бы в одном возрасте, одного возраста поставил, ну где-то там опоздал уже, вылупилось больше половины ранки. Понятно. То есть для этого, поэтому я... Для сборного отводка будет вся или как? Нет. Нет? Это первая партия для формирования нуклеусов, для глютамат. Это ты что там будешь делать? Одну с расплодом или две с расплодом? Причем одну, как зачем? Одну? Для обратного, зачем -то? Даже будет полрамки печатного на выходе расплода. Это чисто для блюд. То есть вот такой, от такой семьи до 1 июля где-то около 5 рамок печатки отберется. То есть сначала для формирования, для блюда. Затем, когда уже все сформирую, для сборных отводков немножко буду делать. Для подселения каких-то отводков, которые ну, в зиму должны семьями пойти. Тоже там где-то кому-то будет по рамочке давать. Ну и хоть все, займемся. Так, тебе две тоненькие надо, речь. Я думаю, что... Это диафрагму мы дергаем. Сейчас мы им две рамочки под засев дадим, и все выключите. Хватит. Не, вы ее нафиг не стучите. Стряхнуть ее, да? Не пугать их. Нет, потому что это... с другой стороны. Разверну. Смотри, ну давай. Зачищай сразу. Мы их расширим на две рамочки под засев. Стенки видно, защищаем. Ну да. Фу, блядь, шеф начал. Вот, что такое пухарик. Подавляем? Не надо. Это вчера я вскрывал, знаю. Видишь, вот мед, вчера была вся рамка, и мы что-то за сутки пол рамки уже отскоблили, перенесли. Сейчас посмотреть, если вот это с медом, ты вот эту не доставай. Вот нет, ну видишь, скрепку встал. Сейчас, ты чуть-чуть раздвинь. О, Тимочек, брось. Ну, нахуй, брось тебе. Если вот это с медом, то мы крайнюю сторону выделим. Вот это с чем есть? Вся тут. Стороны ноги завтра. Нет, это уже засело так. Так, и следующую рамочку давай расплод достанем, посмотрим качество расплода. Качество засева. По печатке. Ну никакие вот. Проходил я несколько дней назад, никаких отклонений там по болезням что-либо. Ничего не наблюдается. Нормальный расклад, это отлично. Нормально, все. А нижние вот эти не убираешь? А чего смысл? Они тут же их пристроят. Не-не-не, секунду, секунду. Задвигай все сюда. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 рамки. Это тоже с расклада туда. Я сейчас 2 рамочки хорошие. 2, наверное, сюда, да? Да. Ага. Перед медовым. Чтобы засеял. Ну что, не залезло? Подожди. Нет, вот это вот. Тут нормально, скорее всего. Ну, это надо вот отсюда еще. Вот это вот, чечем. Ну все, ну, в школе.